издеваешься? Пошли сюда! Вот! Вот смотри! Парень, твое вранье тебя же и убьет! Я просто... Памятник себе захотел на городской площади! Давай, парень, вставай, давай. Вставай, молодец. Я умру. Не умрешь. Ты австралиец. Тебя нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не Кири случайно? Нет. А теперь все по порядку. Давай, иди сюда, встань. Повторяй за мной, руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу вот так, щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Ногу выстрели немного. Держи равновесие. Я уж начал думать, что потерял своих австралийцев. Чем могу помочь? Не вы, а парень. Нам нужен связной на линию фронта. Правда? Нет. Да. Нет! Нельзя туда парня отправлять. Он же прямо под пулю забежит, и конец. Нет, нет, я смогу. Нет. Я пойду. Ладно. Ты здесь со мной. А вы... Вы будете связным. Надо как-то пробраться мимо османов. Thank you.
подери! Все катится к чертям. Надо вернуться к Уайтхоллу. Ну да, и на том спасибо. Метка. Да, я просто... Я увидел и... Я... На всем фронте провал. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, ствол наготове. Ищи укрытие. Понял? Понял. Надо добраться до тылового пункта. Позиция союзников потеряна. Приказано вести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Черт!
Уайтхолл, новости из тыла. Не надо. Сначала нам тут помогите. Солдаты, готовьтесь! Open fire! Идите к черту! Убирайтесь отсюда!